14 июня отмечают Всемирный день донора. Всемирная организация здравоохранения выбрала этот день в качестве дня для выражения признательности миллионам людей, которые спасают жизнь и улучшают здоровье других людей, сдавая свою кровь. В этот день внимание привлекается к необходимости регулярной сдачи крови для предотвращения ее нехватки в больницах и клиниках, особенно в развивающихся странах, где количество донорской крови крайне ограничено. Из 80 стран с низкими показателями наличия донорской крови, 79 являются развивающимися. Целью этого ежегодного события является призыв большего числа людей к донорству крови. В этот день демонстрируется то, как системы здравоохранения и лица, разрабатывающие политику, работают над тем, чтобы сделать переливание крови более безопасным и доступным для людей во всем мире.